Междуреченцы заметили на вершине Сыркашинской горы строение. Теперь гадают. Беседка, смотровая площадка, а может кафе? Какие же работы ведутся? Мы побывали на объекте. Слово Екатерине Борисовой. Пришел как-то вот весной, увидел здесь бардак. Просто как-то на душе неприятно стало. И захотелось окультурить это место. Ну и все, собственно. Отсюда и вся идея. Такими красотами может похвастаться далеко не каждое кафе. В этом и уникальность. Близкие Максима поддержали идею, а друзья помогают воплотить ее в жизнь. Не все люди у нас в Междуреченске, живя здесь, были здесь, на этой горе. Там внизу у нас работа, пыль, вот эти бесконечные пивнушки. Придя сюда, заражаешься вот этим воздухом, природой. Полмесяца работы. Уже вложено в строительство несколько сотен тысяч рублей. И работа продолжается. С завтрашнего дня уже как бы будет продаваться мороженое. Ну и вот потихоньку будем достраивать этот балкончик. Ну и где-то число 17-х, 20-х уже все будет работать. Беседка уже успела пострадать от рук вандалов. Теперь сооружение будет находиться под охраной даже в ночное время. Организаторы этого места отдыха надеются на понимание земляков. Кто-то не верит. Пенсионеры большинство вот так смотрят на нас, говорят, что слушай, сейчас построите, это очередная пивнушка. Кто-то говорит, сейчас забором обнесут, там что-то частное будет. Вы приходите, посидите здесь. За это денег никто не возьмет. Приходите. Именно приходите. Парковочных мест на Сыркашинской не предусмотрено. Зато, если подниметесь на вершину, наградой станет отличный вид, свежий воздух и десерт.